Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу с вами поделиться, как я выращиваю платикодон. Ну, скажу сразу, что намучилась с ними, конечно. Вот, но сейчас расскажу. Значит, что я сеяла? Я сеяла фиджи, смесь окрасок, и розовый флорист. Значит, что я делала в первом... сеяла в три этапа. Первый этап у меня был... начался в январе месяце. Вот эти вот с января месяца у меня. 5 января я их положила, семена, в холодильник, чтобы они полежали, стратифицировались. Ну, как написано, почитала про них. Вот, 25 января, это 20 дней они мне пролежали в холодильничке. Я их достала из холодильника, и 2 дня они мне еще полежали в тепле, и я их посеяла в баночку. Значит, я брала где-то, ну, в пакетике 25, но я брала где-то 15 семян. Вот, ну, вроде начали всходить, что-то начали потом падать. Ну, как-то вот что-то я, наверное, неправильно все-таки сделала с ними. Ну, выращиваю первый год. Вот, поэтому, как бы, вот, пока нету опыта, и не знаю, какие они должны быть на этом этапе. Ну, вот, это получается у меня с 27 января были посеяны. Вот, 24 февраля я их пропикировала, ну, потому что они мне были просто в плошечке такой посеяны. Ну, вот, осталось всего 4 штучки. Вот. Когда вот эти вот они у меня начали пропадать, я думаю, решила все-таки простратифицировать кипятком, как я показывала, виолку делала. Вот, значит, вот тоже положила оставшиеся семена. Семена, кстати, надо хранить, говорят, в холодильнике. И они у меня вот лежали просто в холодильнике, в пачке. Ну, вот эта пачка у меня это из холодильника сегодня достала, потому что там у меня еще остались, я не все посеяла. Вот. И 10 февраля я их простратифицировала кипяточком. Вот. И они у меня 16-го, это через неделю, в общем, через 6 дней, стали проклевываться. Ну, вот проклюнула всего из этой партии всего 3 семечка. Эти вот я посадила 2 18-го, а вот этот 29-го. Но его еще совсем не видно. Тут вот просто ножка. Вот, я не знаю, будет видно. Ну, нет, не видно, потому что вот семечко и ножка. Вот. Ну, это вот как бы 10 февраля. И вот эти вот партия, это я уже потом подкупила, это все фиджи. Вот, а потом я подкупила вот эти еще розовые флорист в другом месте на рынке у женщины. Вот, и 16 февраля их тоже кипяточком простратифицировала. Начали они у меня сходить, ну, проклевываться 22 февраля. И вот 24 февраля я их посеяла. Вот эти вот 24, все, по-моему, вот эти у меня с 24 были посеяны. Вот. А эти вот 29 еще тоже лежали-лежали и надумали проклюнуться. Вот 29 вот эти вот я посадила. Ну, как-то они непонятно. Может быть, это и нормально для этих семян, для этого вида растений. Ну, не знаю. Первый год, на следующий год уже это, может быть, будет опыта побольше. Ну, надеюсь, что они меня отблагодарят за мои мучения летом цветением. Ну, будем, значит, смотреть, наблюдать, что я в 20 я их пролила кальциевой селитрой, развела маточный раствор. Ну, у меня есть в ролике по эоистоме, как делать этот маточный раствор. Вот, и 5 миллилитров на пол-литра водички, и пролила вот эти вот, ну, которые уже хорошенькие. Ну, и, естественно, вот эти, которые уже были 27 января посажены. Вот эти уже кальциевая селитра, но эти еще, конечно, стоят у меня под тепличкой. Я их вот просто сегодня рассортировала, чтобы вам показать. Эти сейчас все равно поставлю, опять накрою тепличкой, и они у меня будут стоять. Ну, я их проветриваю там на 15-20 минут, утром, вечером открываю. Ну, вот такие вот у меня красавицы. Ну, будем за ними наблюдать, а летом будем наслаждаться их цветением.
Спасибо за внимание. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, критикуйте. Может быть, что-то делаю неправильно с этим видом цветочков. Но первый год будем набираться опыта. На следующий год, думаю, уже будет все посерьезнее. Всего доброго. Всегда с вами Марина Матвеева.